Мы, гражданские активисты Казахстана, знаем, что никто не может и не должен защищать нашу страну, кроме нас. Поэтому мы просим поддержать гражданское общество Казахстана, выступать публично в защиту политических заключенных и политически преследованных, то есть тех, кто находится на переднем крае борьбы за демократическое будущее Казахстана. Помогая активистам, каждый из казахстанцев приближает день нашей свободы от диктатуры –